Считанные дни остаются до того, как граждане Таджикистана изберут президента. На главный пост страны претендуют 5 кандидатов, в их числе действующий глава государства. То, что Эмомали Рахмон в 5-й раз займет президентское кресло, практически не вызывает сомнений у экспертов. Они скорее пытаются предугадать, ждут ли Таджикистан протестные акции, по примеру соседней Киргизии или Белоруссии. Буду голосовать за нашего президента Эмомали Рахмон. Потому что он самый лучший президент, лидер нации. Ждем честных выборов, но большинство нашего народа, как всегда, будут голосовать за нашего президента нынешнего. Пешвой Милад Бапеш. От этих выборов, в принципе, я ожидаю многого, то есть изменения некоторых правил, касающихся нашей конституции при выборе нового президента, но я надеюсь, что останется, конечно же, Эмомали Рахмон. Эмомали Рахмон правит страной уже 26 лет. В 2016-м был проведен конституционный референдум. По его итогам, в основном законе Таджикистана за Рахмоном закрепили статус лидера нации и право переизбираться неограниченное количество раз. Сторонники 68-летнего политика ставят ему в заслугу установление мира после гражданской войны и экономическую стабильность. Критики обвиняют в узурпации власти и оказании давления на оппозицию, аргументируя тем, что реальные его конкуренты до нынешних выборов допущены не были. Голосование пройдет 11 октября. Президентом будет признан тот, кто наберет более 50% голосов избирателей.